Значит, когда у вас была операция? 23 апреля. То есть, в общем, времени-то много прошло, почти год. Ну да. И, значит, вы делали ее где? Миромед. Ага, Миромед. Вот попутный вопрос тогда. Сколько заплатили вы тогда сразу? 264 тысячи. Ага. Ну, я делал в кредит, поэтому... Ну, неважно, да. То есть, 264 тысячи, да, вот по ценам... 187 и 60 с чем-то за годовое обслуживание, по-моему. Ну, ситуация получилась такая. Когда я вот недавно пришел, вот первый раз пытался попасть не смог. А куда я... не смог? В Миромед. То есть как не смогли? Да вот так вот. Ну, я сейчас работаю... Вот еще раз объясните, значит. Вот вы сделали в апреле, допустим, бандаж, так? Да. Через два месяца положено... Через месяц у меня начались боли. Да я бы сказал, наверное, по всему вот такому радиусу. Под ребрами. Я позвонил, обратился. А, понимаете, я работаю суббота-воскресенье в основном, получается, рабочие. А врач, который меня обслуживала, в субботу только принимала. И вроде договорились, там куратор договорился с ней, вроде на четверг договорились, а она просто не приехала. И я вот зря промотался. Ну, после этого как-то, ну, смотрю, вроде боли так утихли более-менее. Ну и вроде пошло так потихонечку, идет и идет, я поэтому не стал обращаться. А вот когда вроде решил завязать курить. Так. Попытка была, я 2 недели не курил, и что-то вес встал. Угу. Вот, наверное, месяца 3 назад, наверное. То есть ты встал вес, да? Встал. И вот, значит, вы захотели как бы сделать регулировку, правильно? Регулировку. Да. Пришел к ним 3 недели назад. Так. А мне говорят, у вас на счету денег уже нет. Пришли на регулировку, а они что говорят? Да, что у вас деньги заканчиваются, нужно оплатить 3 500 за консультацию и 4 800 за регулировку. Ну, я просто по интернету довольно часто лазаю, просто удивился. Вроде я знаю, что у вас она стоит 1200. Это у нас она стоит только в том случае, когда мы делаем рентген. А если мы делаем без рентгена, да, это бывает там третье, как правило, и последующие, они вообще бесплатно. Ну вот видите. А там все полностью. И вроде я сделал вот последний, но я им, как у меня даже бумаги есть на руках. Они мне делали прайсы. То, что у меня заплатилось, то, что осталось. Я сказал, не может такого быть. И, во-первых, они написали еще одну консультацию, на которую я не был. Как раз вот именно тогда, когда я попасть не смог. А она отмечена была у них. А получается, что они вам отказали? Нет, не то, что они отказали. Нет, я сделал регулировку одну. Вот последние деньги там, как говорится, оставались. Регулировку мне сделали. Но понимаете, когда они, в общем, делали вот, я что-то пил такое белое. Так, барий, наверное. Да, да, барий. И что-то они там начали, замешкались. Что-то такое начали говорить, но я так и не понял. Но вроде сделали. И потом, вы знаете, как-то меня подозрение взяло это все. И вдруг, ну, почему денег нету, когда такие деньги, вроде 65 тысяч заплатил за годичное, и уже деньги закончились. Ну и вот решил просто прийти и обратиться сюда, посмотрел по ценам. Вот смотрите, когда вы, допустим, они делали вам вот эту регулировку, да, у вас изменилось что-то после нее или нет? Нет, в ощущении? Вообще ничего. Вообще ничего, да? То есть... Ничего. Никаких... Вот поэтому я и после 2 недель, даже побольше немножко, обратился уже к вам. Только из-за этого. Если бы, конечно, были бы изменения, может быть, я бы и не пошел бы. Ну, а с ними что, не хотите вы продолжать? Нет. Я вначале думал сначала поругаться, пойти, ну, вроде причин-то. Он мне стал мешать, катетер. Выделяться стал. Ну, наверное, может быть, я его просто зацепил дома, когда спал. И так вот подумал просто скандалить, вроде не хочется. И просто решил обратиться, позвонил, спросил, можно ли мне регулировку сделать у вас. Вроде сказали, можно. Ну, просто, вы знаете, так деньги летят у них. И вроде даже как-то обидно. Ни на одной регулировке не было, уже там денег оставалось, копейки. А за что спрашивать? Ну, да. Ну, мне даже сделали 2 прайса. Ну, я, первый, когда вот сделали, я пошел с ними разбираться. Стали, у нас все в компьютере, все как положено. Ну, и вот разобрались, 12 тысяч нашли. Неожиданно, правда, нашли. И вот после этого я подумал, если такой обман идет, не буду с ними просто. Да, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы вот этот вот рассказ ваш, мы можем его размещать где-то, да? Конечно. Это не секрет, да? Нет. Какой?
Хорошо, спасибо.